Бляха, мать. Стреляй, ёптой, придурок. Ни хрена не понял. Friends, you ready to kill some people? Да пиздец, да как же вас убивать-то нахуй? Иммунитет к электрическому току. Нашибись. Сопротивление обычного иммунитет способностям. It won't work without chi. Ты, бляха, мать, ты ебила кусок, сука.
Блин, а чё тут так палит у меня? Сосите хуй, блять. Надо еще что-то сделать. Этого недостаточно. Так, а что я могу сделать, а? Бонус крита сопротивления урона, урона тяжелого оружия минус. Шанс крита получения кармы. Наверное, вот это заменить на что-нибудь более... Жизнь. Что? Очки урона. Я не понимаю, что это значит. Очки урона плюс 23. Что это значит? Ну, допустим. Что это еще за очки урона? И как это мне поможет? Я ничего не, ну я пока что ничего не понял, ладно. Снова ничего не понял. Ну это ладно. Сука. Блять. Сосите опять. 500 урона. Патронов хоть купить, что ли? Сто
тысяч, блядь. Разоришься с вами. Ну, я даже не знаю. Ну, очки урона 23. Что это значит? Хер знает. Шанс попадения предмета с сопротивлением урону. Объем восстанавливания здоровья. Плюс 25. Сопротивление урона после лечения. Сопротивление урона. Утечка ци. Утечка жизни, урон от легкого. Ну да, надо поставить, что это такое. Утечка жизни, это хорошо или плохо вообще? Ёп. Этого, блядь, сопротивления вроде бы нету. Сдохни, ты падла. Говна кусок. О, сколько у вас? Это бесконечно, что ли, будете ко мне в гости приходить? Все, что ли? Слава. Pull yourself together, man. Стой. Ага. Uh-huh.
Я не понял, утечка жизни мне помогла, что ли, или нет? Я вообще не понимаю, что это такое. Авторегин ХП? Что ли? Как он работает? От врагов или как? Как он работает? Нигде не написано. Так, что у него? Иммунитет к электричеству. Понятно, блядь. А ну-ка, парень, давай-ка, знаешь что? Это, по-моему, бесполезная дрянь. Попробую вот эту. Двести урон. Вы серьезно? More killing? Well, okay. Я как-то промазал. Но это я, конечно, так долго буду с ним возиться. Главное, безуспешно. Как всегда вовремя все делаешь, на. Ну, власть, суки. Забей, блять, его, ёб твою мать! Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some fuck faces? Убил, что ли? Блять, иммунитет к электричеству. Ноль урона, понятно. Почему убивать-то, блядь? Че, и к этому иммунитет, что ли? Охренеть. Где он?
не понимаю. Чему, чем тебя убивать, пидор? Ноль. Отлично. Ага, ну это вроде дамажит чуть-чуть. Иммунитет. Нормально. Я как-то промазал. Прям в него ракет летела. Так. Что у меня еще есть? У меня есть... Дыхание змеи. Размер обоймы 3. Размер обоймы... Что? Урон преобразованный в электричество. Урон преобразованный в лед. Разрывные боеприпасы. А ну-ка, давай это попробуем. Так, не вылечится. Is the chi when you need it. Да блядь, иди что ли.
Да ёб твою маму. Опять только тут она вылазила. Так выбросил наверх, и тебе так круто. Я думал, как наверх попасть? Вот оказывается. Я ни хрена не понимаю, урон есть или нет. Блять. Есть что там сколько. Nothing like a fresh clip. Что урона, по-моему, вообще ни хера нет. Да запрыгни, пидор. Мало того, что ты пидор, так еще и не прыгаешь, блин. Да пошел, сука. Что-то урона вообще ни о чем, блядь. 68. Это что за нахуй? Я по кому 110 попал. Совсем понятно. Да, короче, это неэффективно. Перфоратор. Правосудие Энриха. Винтовка Гаусса. Во что ее зарядить-то? В огонь. Давай. Неудобно сделаны апгрейды, это просто пиздец. Урон преобразованный в огонь, урон от эффекта воспламенения. Давай. Да ёб твою мать, стой на месте, пидор. О, да тему, блядь.
500 хотя бы. Уже кое-что. Еще и загорелся, да? Хорошо. Хорошо, блядь. Гори, сука. Гори, сука. И... куда ты делся, пидор? Почему он мне столько урона нанес, я не понял. Спрыгнул, и я, блядь, урон получил. Охуеть. Хреново, что он однозарядный, конечно. Чтобы я его сейчас разобрал тут. Он еще и хилится, да, пидор? Блять, ой. Нахуй. Готов, что ли? Охренеть, дичь. Просто дичайшая дичь. Так, ну я понял. Короче, вот эта хрень работает нормально. Надо его пойти улучшить, наверное, как-то. Вот это, да? 170... Вот этот будет у... электрический, вот этот будет огненный. Пойду-ка я его... еще как-нибудь улучшу. Хотя как его улучшить можно, хрен его знает. У меня камней нет, наверное. Инкрустировать самоцвет. Пружинчатер. Так, ну... раз ты огненный, значит давай будешь огненный. Допустим, вот этот. Ебать! 427 штук. Может, урон просто поднять. Урон, скорострельность 80, да? Шестьсот 9,7. Денисон. Я не знаю, у него с... может, вот это лучше поставить. Или вот этот. Или вот этот. Ладно, давай вот этот поставим. 118. Черт, чуть-чуть не хватает, твою мать. Как обычно, блин. А, это вот этого не хватало. А
Это сколько? 116. Время перезарядки. О, может вот этот? 75, а пойдет нахер. Так, давай урончику, скорострельность, и не знаю, нужна тут скорострельность, нет, а похер, пусть будет. Ну и все, собственно, больше я ничего сделать не смогу. Скорострельность можно поднять, давай. Так. Сокращается штраф за смерть. Больше кармы. Ну ладно, я пока не буду делать. Это мне тоже что-то не очень нравится оружие. Может быть, лучше я вместо ледомета поставлю вот это, что ли? Она тут в зале уже говна всякого. Ненужного. Ты упал, ёб твою мать. Чё ж ты за дебил-то такое? Я не понял, эта тварь за мной побежала, что ли? Или чё? О, точно тварь. Lucky Mary.
Сарухами. А, не залезть может. Залазь, пидор. Ебать. Кривые лестницы тут, это просто пиздец. Тут, короче, лестница срабатывает только один раз. Когда ты к ней подошел, нажал пробел. Все, если ты что-нибудь другое сделал после этого, то она уже ни хера не сработает. Вы берете из меня. Напугал, сука. Меня кролик напугал. Жесть. Гори, Питер, гори. Не, ну вот, блин. Вот так мне больше нравится. Ликвидацией заниматься. Ликвидейшн. Лучше за отстой. Ладно, куда меня заведет указатель? Сжайся в аду. Когда они один, ну, когда с ними один на один, они, в принципе, сносные. Но когда они толпой. Хотя, вот эти вот, блядь, хоть толпой, нет, не эти. Иммунитет, что ли? Looks like this is in your money. Блять, нет, 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 пидор, не туда. Иди нахуй. Помазал, что ли? Тысяча 710, это как так было? Помер, что ли? Молодец.
Такой не спеша идет. Какая-нибудь тварь даже жизнь отнимет, твою мать. Где указатель-то, блядь? Хера не вижу. Указатель куда-то туда показывал вроде, нет? Sound like a racist, but all you demons really do look alike. Куда ты нахуй? Лезешь. Сопротивление обычному урону. Фантомов надо. И еще, наверное, два этих здоровяка. Так. Что тут у нас есть? Ай, хорошо. Зашло прям. По самое не балуй. Какая-то падла там топает. Ладно, пусть топает. Я вот этого пока грохну. Не дострелю, что ли? 50 метров всего. Не бомбал. Ай, хорошо, зашло прям. Опять. Making you dead makes me feel so alive. Нехорошо. Хорошо. По-тихому, не торопясь. Так, ты горишь, у тебя, наверное, резист. Блин, меняй оружие, придурок. Тут, конечно, вот с этой переменой оружия тоже не все в порядке. Он его не меняет во время анимации. Not to sound like a racist, but all you demons really do look alike. Не попал.
Ау. You're not the ugliest thing I've killed today. Патроны кончились? Ладно. Серьезно? Блин, плохо. Куда? Сука. Напал. Ты меня не видишь, да? Так хорошо. Что я мажу? А, нет, не мажу. Нормально все. Так, чё? 23, еще 7 фантомов. Ну как ты? Что-то красное. Твою мать. Кусок тела. Запрыгни. Не-не. Без слов. Такое. И хрена вас тут. Да ёп. Бля, уже убили нахуй. Меняй оружие, придурок. Пиздец. Блин, патронов нет. Да стреляй, что ли? Блин, патронов нет. Это просто пиздец какой-то. Так, надо за патронами, короче, сгонять. Я не знал, что раньше что так делать можно. Ну, то есть не прерывая задание. Ну, в смысле, прервать задание. Приостановить задание. И, короче... И вернуться обратно. Так, надо перезарядиться только. Увлекательное, блядь, занятие, да, блядь? Перезаряжать оружие. Ну, а что делать? Ничего не сделаешь. Так. Хорошо, хоть загрузки нет уровня. То есть он остается в памяти. Так, вот тут как-то
отсюда теперь подняться, это вопрос. Там вот хилка, да? Идти забрать, что ли? Не сильно поможет, но какое-то время хоть. Бежать. Бежать. Че сюда пришел? Здесь нет ни хрена. Я здесь уже был. Так. Как найти-то? Надо как наверх попасть, а как? Опа. Я удачно зашел. Готов? 20. Так, еще 6 штук. Не-не-не. Лаки. И лаки. В коем-то веке я сундук увидел. Fresh ammo. Nothing like it. Нахуй пошел. Ладно. Дальше. Пять фантомов осталось и еще два здоровяка или сколько там, не видно ни хера. Что тут лежит? Где? Вверху? Где вверху? На крыше? Ой, sorry guys. Hey, you dropped something. Oh, it's your blood. Сопротивление, что ли? Нет, вроде усиленное. На тебе по башке. Все, нет. А, это, наверное, вот здесь лежит. Денежка. Сейчас здесь денежка. Вот она.
опасные твари. Че, не настрелю? Так. Хорошо зашло. Хорошо зашло. Так. Птички. Ну-ка. Блин, у него резист, сука. Не попал. Плохо. Хорошо. Еще кто-то есть? Ох, летит твою мать. Не, ну вот такие моменты мне прям игра доставляет, а вот в такие уже нет. Кто еще тут? Ай, мимо. Да как ты мажешь, сука? The ugliest thing I've killed today. Так. С курса сбился. Блин, лист. И чё, я к этому резию, что ли, я не попал просто? Слушай, в натуре резец, что ли? Падла. Три патрона на тебя зря потратил, сука. Всё, остались только два здоровяка, которым хер знает как пройти. Тут чё? Чего? И они внизу, да? Конечно же. Патроны. Патроны, блядь. Никогда так не радовался патроном. Резист, да? Ага. Значит, тебя убивать таким надо, да? Давай.
Блять, опять эти пидоры. Ненавижу этих пидоров. Сука. Их ненавижу по той простой причине, что они из ниоткуда появляются и атакуют сразу. Хрен в прицел вальнёшь. Looks like this is in your lifetime. На тебе по башке, бля. Это резист, что ли? Сука, блять, урона пиздец, нахуй. Откуда столько урона-то? I need a G-fail. Лечись, пидор. Блин. Блять, завалят пидоры. Ладно, подхилился. Пойдет. Иммунитет к электричеству. Куда он делся? Looks like this. Сука, сдохни, падла. Заеб. Парень, на нахуй, на нахуй, соси. Что написано? Соси. Будь собой, остальные роли заняты. Хорошо. Что еще там, блядь, рычит? Дайте в себя прийти-то хоть, господи. Битва была не на жизнь, а на смерть, ёптать. Уязвимость ко льду, иммунитет к чему? Блядь. Почему не идет? Ну покажите. Эй,
drop something. Oh, it's your dignity. Это уши твои. Нет, подожди, я хочу... Блин, заразы! Блин, еще и кролика активировал. Ну ты дурак. Ёп, твою мать! Я покойник, короче. Ай, блядь. Нахуй ты это оружие это вытащил, дебил, блядь. Ёп, твою маму. Блин. Do you feel lucky, dipshit? Иммунитет к огню. Ну к огню, а я-то. А я не огнем стреляю вроде. На нахуй. Разлетись, бля. Короче, 80 тысяч ни за что снимают. Ай, дохнуть я тут походу буду, да? Сборщик кормы, сборщик кормы, сборщик кормы, сборщик кормы. Может быть, вот это прокачать? Мышь, блядь. Ты опять за свое? Где-то было это... Алчность не увеличивает, нет, не то. Штраф снижает, где-то было. А, кстати, тут еще вот это есть, поджигатели всякие. Не, ну вот это надо все качать. А я что-то мозг парю. Как обычно. На нахуй. По-моему, урон вырос сразу. У него, конечно, может быть уязвимость была, но... ладно. Один остался, один. Сейчас место на диске закончится, да. Я уже 1:20 пишу. Блин, место занимают. Всё. Ужас. Так, иммунитет к огню. Сопротивляемый иммунитет к яду, уязвимость ко льду. Ну, да, но у меня льда нет. Сосать, you pussies. Какого хуя ты не перезаряженный?
Блять, у него иммунитет, что ли? Да переключись ты уже, блять. Уже ты задрал, сука, на тебе ножки. Что зашло? Так, чему у него там иммунитет был? Блин, забыл уже. Иммунитет к огню. Ну и ладно. Лошара. На тебе, блядь, еще. Вот и все. Не прошло и двух часов, как я сделал это задание. Нормально. Охуенно. Мне понравилось. Давай еще! Вот такая... Так, там... Сундук где-то был, нет? Вот оно. Ну все. Ладно. Пойду. Награду получу. И все на этом. Отлично. Пока-пока.